ножницы возьми! Возьми ножницы! Ножницы! Ножницы возьми! Так, вроде бы ничего не забыл. Чемоданы здесь, можно ехать в отпуск. Дети. Дети. Дочки. Дочки. Рита! Арина! Рита, Арина, вы где? Дочек потерял. Где вы? Папа, папа, вот она я, вот она я. Хватит кричать. А, вот она. Аришка нашлась. Фух, все, теперь вроде... Рита. Рита! 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 Папа, ты до чего кричишь? Сейчас весь аэропорт сбежится. Вот она я, вот. А, вот и ты. Фух, вроде теперь ничего не забыл. Билеты! Билеты! Фух, ну наконец-то, это такси замучило, так долго ехала, в 100 пробах попала, добрались до аэропорта. Так, дочки, давайте посмотрим, какой наш рейс, улетел, не улетел, может, мы уже опоздали. Ага, рейс не улетел. Отлично, все, девочки, давайте здесь постоим, подождем, сейчас будет наш рейс. Хорошо, папа. Папа, можно я пока в телефон поиграю? Поиграй, можно. Я думаю, вы догадались, друзья. Сегодня мы летим в отпуск! Да, мы сегодня летим в Китай в отпуск. Прям в Роблоксе нас ждет самолет. И мы отправляемся в путь. Хорошие денечки. Папа. И дочки. Ну все, отправляемся в путь. Папа, я готова. А я не боюсь летать. Полетели. Я тоже не боюсь. Девочки, нам нужно с вами в средний терминал Гейт Б. Я уже узнал. Ой. Да, мы сейчас подходим к терминалу. Вот сюда подходите ко мне, стойте рядом со мной. Сейчас отправится самолет через 15 секунд. Это не наш. Вот этот самолет улетает. И в следующий мы садимся. Все, и мы идем. Девочки, пора, садимся. Все, наш рейс. Я здесь, прошел регистрацию. Все нормально, друзья. Нас проверили. Маргарита нормально прошла регистрацию. А где Арина? Где? Арина. Я сама... Папа, я тебя не вижу, у меня в телефоне. Не, все нормально. Папа, все... я тебя вижу. Все нормально, все сидим. А Риту не вижу. Ребят, мы готовы к полету. Итак, девочки, все, у нас сейчас идет посадка на самолет. Поехали. Так, смотрим, друзья, берем снизу. Девочки, берите снизу вот такие листочки. Берите листочки. У меня B14. С, у меня C14. Найдите свои места. C6. Сначала ищем ряд. Ряд C. Мне надо найти ряд C. S6, где? А, нет, в общем, это ряд 14. 14 ряд. Я в самом хвосте, ребята. Я в самой попе, можно сказать, самолета. Так, и место у меня... С. А ты шестой ряд ищи, Ари. Не все равно. Проходим. И я вот, я сел. У тебя шестой ряд, Ариша. Ладно, я пойду. Ариша маленькая, еще не может найти свое место. Ариша, покажи свой билетик, да я посмотрю. Так, С6. Ариша, вот твое место. Вот, быстрее, скорее садись. Быстрее садись. Садись. Ты села? Что? Что? Нет, я не успел, ребят, фух, сел. Ох, самолет, мы попали в турбулентность, представляете? Ой, какой кошмар, мы попали в турбулентность. И если вы находитесь не на своих местах, вот видели, меня долбануло головой о потолок. И я шишку себе набил. А что, правда, не на своих местах? Нельзя, да, не на своих местах. Поэтому надо обязательно садиться. Ну все, можно покинуть свои места. Нам говорят, что можете исследовать самолет. О-о-о, вынос еды. Ребята, идемте, собирайте. Вот стюардесса, приветик, улыбается. Берем еду. Вот, у каждого у нас теперь появилась еда. Сэндвич. Да, сэндвич, отлично. Ням-ням. Что? Что? Я съел плохой сэндвич, ребята. Меня подташнивает, меня немножко тошнит. Скорее, надо найти аптечку. Аптечку ищем, девочки, аптечку ищите, пожалуйста, аптечку. Так, ножницы я нашел. Ри, ты ищешь? Ищите, пожалуйста, все аптечку. Мне дали бракованный сэндвич. Какой-то протухший, что ли. Папа, дочки? Да, папа, дочки, мне очень плохо. У меня 58 секунд. И я умру. Помогите, где аптечка? У меня тоже что-то не то. Нет, время, это мое время отсчитывают. Погоди. Мне осталось совсем чуть-чуть. Нет, папа, я ищу аптечку, может, стойте.
Ищите по креслам, бегите по креслам, ищите. Ищите. А я не могу, потому что мы же летим. Нет, встать можно по прыжком, Маришка, прыжком ищи. Так, 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 давайте искать, искать, иначе я сейчас погибну. Нет, я сейчас умру. Секунд. Нет, папа. Быстрее, быстрее, быстрее. Где аптечка? Дайте мне аптечку. Дайте мне аптечку. Дайте, нет, аптечку. Папа, ищи. Что? Ножницы? Нет, это не то. О, кто-то дал мне аптечку, ребят. Пока я бежал, мне ее впихнули просто в рот. Фух. Спасибо. Спасибо. Девочки, на правом крыле, говорят, посмотрите на правое крыло. Вроде как. Или еще нет, или еще нет. Ну-ка, где правое крыло? Сейчас. А, надо... Я, короче, нахожусь в бизнес-классе. И нам надо заглянуть на правое крыло. Во! Девочки! Прям в воздухе, на самолете стоит монстр. Давай посмотрим, что он. Страшно. Ёлки-палки. Ой-ой-ой, говорят, что он сейчас нашлет змей. Давайте быстро идите в бизнес-класс вот сюда. Где? Девочки, вот сюда залазьте на кресло, здесь безопаснее всего будет. Вот сюда, скорее, скорее, да, Ариша, тебе. Молодец. Да, поднимайся. Быстрее, дочка, Рита, Рита, давай я бегом. Я в уголке. Вот. Вот это чувачок пишет, злой, страшный. Да-да-да, он что-то пишет. Он говорит, сейчас придут змеи, нет, вас съедят. Что? Что? Ты не выживешь. Ты говоришь, Рита, ты что говоришь? Фикс! Змеи, 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 осторожно. Вот они ползают, ползают. Все, стоим наверху, стойте, девочки, не шевелитесь. А еще, девочки, я знаете, что узнал? Кто? Сейчас, когда змей закончится, нужно будет срочно бежать в туалет. У нас будет всего несколько секунд. В тот туалет, который будет зеленый. Этот красный. Ждите, я пока проверю быстренько. Проверю, проверю, проверю. Вот, вот зеленый туалет, сюда. Сюда, бегом. Налево, налево. На... Ой, не то. Направо. И... Нет, 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 дочки, я не добежали. Я нажала, но там нет. Там, где зеленый. Ты что-то говоришь? Ребят, представляете... Рита и Арина, к сожалению, их змеи поймали. А вот мы тут одни спаслись, пока нас всего 3 человека. Да, друзья, мы спаслись всего лишь втроем. 3 пассажира, представляете, со всего самолета 3 человека. Я когда приеду, я на эту авиакомпанию напишу огромное заявление, чтобы они этого не делали. Ёлки-палки, как же быть? Рита, Арина, может они где-то здесь, а? Где-то здесь... Нет, 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 надо было им за мной бежать. Надо было им за мной бежать. Что, капитан, капитан? Капитан говорит, у нас 2 новости. Одна хорошая, одна плохая. Первая хорошая, то, что дали свет. Мы это и так, да, видим вообще. А вторая плохая, то, что в самолете дырка, и сейчас закончится воздух. Ёлки-палки, кислород сейчас закончится. Девочки, чтобы мне выжить, мне надо найти кислородную маску. Где, где, где кислородные маски? Где? Не вижу. 15! Вот, 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 бегу, 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 бегу. И. Есть! Есть! Ух, смотрите, есть. Я одел. Фух. Похоже на рог. Ё-моё, вот смотрите, все, я теперь на могу рог дышать. Похоже. О, ёлки-палки. Капитан. Так, нам говорят, что нужно идти в кабину пилота. А что там делать? Закрыто же. В кабине пилота. Я не знаю, что смотри, делать. Там дырочка. Что, что, что? А, о, тихо, тихо. Ребят, немного страшновато. Вы знаете, когда вы летите в самолет, и его начало трясти, погас свет, можно просто орать в панике. Что происходит? Бомба! Бомба! Спасите! Ножницы! Ножницы, скорей! На этого чувачка давай, попробуй докрыть. Возьми ножницы! Чувак, возьми! Надо, окей, окей, ножницы. Ребят, надо перерезать провод. Время еще пока не идет, видимо, пока нельзя. Так, сейчас время начнется отчет, надо будет перерезать провод. И надо узнать, какой, какой красный. Возьми, возьми! Возьми ножницы! Чувак, спаси меня! Возьми ножницы! Ножницы возьми! Возьми ножницы! Ножницы! Ножницы возьми! Чувак сам хочет выиграть! Ты! Спасите! Или... Друзья, у нас сегодня грустная история. Просто очень грустная история. Мы сели на самолет, но ни один из нас не... Не выжил.
не долетел до места назначения. У каждого была своя судьба. Кто-то от змей пострадал, кто-то от бомбы. Если вы хотите, чтобы мы снова попытались пролететь на этом самолете и долетели до самого конца и выжили, тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, напишите в комментариях хотя бы 20 человек, папа и дочки. Летите еще раз на самолете и выживите. Постараемся? Постараемся. Постараемся, да? Хорошие денечки. С канала папа и дочки. Всем пока!